И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же с модом Ark Eternal и на сервере... О, прикольно, пинку сюда переместили. Eternal 15X. Как вы все прекрасно знаете, вышло новое обновление, вышли... так сказать, новый моб вышел, альфа... Ой, господи, альфа-мегалодон, из старых только альфа-мегалодон, новый, меня, кстати, прикольнул новый, это свинюшка, которая хиляет, вот меня он прикольнул, кстати, я даже и не подозревал, что именно такой функционал они добавят этому свинюшке, но, как я уже догадываюсь, так сказать, все изменения касаются только карты The Iceland, как вариант, к примеру, тег Кейв точно не добавит еще здесь, так что как-то так пока что. Но в целом ладно. Что касается нас, всех тех, кто играл на модах и, так сказать, продолжает играть. Ну, во-первых, когда я зашел, у меня был типа респаун. Вы типа умерли и возродиться. Можно на кровати, можно было на респах возродиться. Как это меня коснулось тем самым? То есть я сначала подумал, вайп что ли? Потом думал, блин, нет, наверное, не вайп. Смотрю, там вверху, короче, есть кровать, типа, и все. Ну, я заспавлялся на кровати. Это означает, что все, что у меня было, то есть весь персонаж вайпнулся. То есть все, что у меня было экипировано, все это ушло. Так сказать, единственное из того, что у меня было, сохранилось, это... мои Eternal инструменты, так как я перед тем, как выходить, как видите, по фундаментам, точнее, по иконкам стенок, фундаментов, я устанавливал глассметаловские фундаменты. Кстати, вот здесь можно теперь реально видеть, там, где у меня двойные фундаменты, я ничего дополнительного не ставил, только там, где у меня стояли двойные фундаменты, там я их и поставил, потому что по-другому ставится сверху фундамент, ну, заморочено чутка было. Вот, и, собственно, у меня единственное, что сохранилось, это... инструменты. Меч, две трубы, суммонер, два пистолета, серп, увеличительное стекло, сет брони, это по сути хлам. Но у кого-то же было и куда намного лучше. Я, кстати, почитал в группе ВКонтакте от сервера, там люди писали то, что очухивались в броне. Вот, как говорится, повезло больше, но, видать, у них бронька была нормальная, а не это говно, вот, маскировочная, поэтому как бы они очухивались в броньке, возможно, именно из-за этого. Как таковую, больше никаких изменений не было, ну, не считая того, что меня полностью ресетнуло. То есть, ну, понятное дело, персонаж удалился и так далее. Но что я сразу же заметил, это то, что... У меня 176 очков доступно. 176. У меня какой там был 303 левел или 301 левел? В общем, 300. 300 точно было. И вы понимаете, что 124 не хватает чутка. Вот, и в этом вся проблемка. Сейчас все это раскачаемся немножечко до более или менее, так сказать, момента. Да твою мать, ладно, лишнее. Выносливость тоже немножечко качнем. Вот. Что произошло? Ну, понятное дело, вы уже и так все прекрасно знаете. Вышло новое обновление и так далее. И все просто замечательно. Как говорится, живем, кайфуем. Но... как обычно, на Этернале это мало кого... Ой, на Этернале, господи. На карте The Center это мало кого коснется. В том плане, что... скорость перешей, скорость изготовления... да, все как обычно. Это мало кого коснется, так как... как вариант, нам добавят все это позже. Так, стойкости давай добавим. Сразу пару соток. Вот... веса, давай хотя бы до полторашечки, вот. И что получается, нам коснулось это тем, что мы
Ну, кстати, я не знаю, я не проверял динозавров и так далее. Я это все не проверял. Кстати, видели, да? Вот там новый имплант сделанный. Точнее, иконка импланта. Так, давайте срочно надо попить, а то я еще и скопучусь нафиг. Мне это точно не нужно. Вот. Мантикор, кстати, насчет призов. А, ну, вы же поняли, да, там, судя из названия, это спин-офф все-таки. Поэтому что хочу, то я и говорю. Мантикор я оставил себе, чуваку не нужен. Он сказал отдать кому-нибудь из нубасов, но если я напишу, кому Мантикор, ну, поналетят, короче, все, кому нужно, не нужно. Вот, поэтому я оставил себе. Зевс, я не помню, вроде он тоже что-то писал, ну, опять-таки же, Зевс, он раскачанный, у него есть раскачанный трайб, зачем ему индоминус 414 левела, я поэтому себе его тоже оставил, ну, пускай стоит пока что. Вот, альфа Рекса я отдал Олегу, все как положено, выиграл, я ему отдал, так что все нормально, хотя бы хоть кому-то что-то отдал. Вот, ну, из тех, кто победил. Давай сразу же отхиляемся, чтобы без лишних заморочек. Вот, это что касается розыгрыша, так сказать, сразу же, чтобы... Сейчас докачаю себя. Ну, хотя бы так. Скорость изготовления. Вот, что касается инграмм. Я когда сюда зашел, я ни черта не понял, но... Ну как, ни черта не понял? Я ни черта не понял, какого фига? Но потом увидел этот 1-2, ну сначала думаю, какого фига вот так вот все сделано, какая-то лесенка. Но смотрю, 1-2, думаю, твою мать, это они сделали по левелам. То есть вот на 5-м левеле открывается это, на 6-м левеле это, на 7-м это. И как я понял, я могу изучать, так, ага, котелок, чтобы, да, вот, я могу изучать, то есть, как бы, излишних заморочек, и, к примеру, давайте найдем какое-нибудь седло, о, и вот можем видеть, допустим, нашли какое-нибудь седло, да, ввели, допустим, тер. Мы еще его изучить не можем, но мы видим, на каком левеле можем изучить. То есть, ну, в целом, эта система стала поудобнее, она как-то стала покрасивее. И, кстати, в чем огроменный плюс этой системы? Раньше было как? Изучил здесь, промотал куда-нибудь до центра, до следующего мода, ага. Изучил там, промотал до следующего мода, ага. Промотал до конца, изучил. Кстати, ну, какой сотый левел? Ты, ну, как оно? Прикольно. Вот, сейчас же все, абсолютно все, кстати, вот они, очки инграмма, я думаю, где они. Все предметы, и модовские, и не модовские, которые мы можем изучить на первом левеле, они уже сразу же у нас здесь. То есть мы можем их спокойно изучать и без лишних заморочек. Да, конечно, надписи это очень огромные. Просто даже у тебя огромное. Вот, в этом плане это очень удобно. То есть первый левел мы сразу нашли, второй левел сразу нашли, третий левел, четвертый, пятый. И в целом они будут, получается, все идти подряд. То есть именно по левелам. Когда мы сюда будем смотреть в создании, то мы будем видеть сначала, так сказать, снизу первый левел, второй, третий и так далее. То есть они вот так снизу вверх будут идти все подряд. Это прикольно. О, кстати, очки инграмма здесь написаны теперь. Круто. Конечно, нафиг не нужно, мне здесь, если честно, вот раздражает то, что она постоянно моргает, и мне это бесит. Даже когда уже все изучено, это меня очень сильно раздражает. Но это прикольно, прикольно, что написано очки инграмма. Основные инграммы, вот она, выжженные земли, либо теграммы. Неизученные, а вот это уже, вот это кайф, реально вот за это разработчикам спасибо. Неизученные энграммы. Вот этого мне всегда не хватало. Приходилось все время. Вот, я что-то не могу изучить. И пролистываешь, пролистываешь, что-то там не можешь изучить, пытаешься найти, вглядываешься. А просто нажал неизученные энграммы. Все. Все, что нужно, так сказать, для победы. Здорово. Так, ну здесь группы, это мне интересно, так сказать, я группами в последнее время сильно не пользуюсь, но когда уже, у меня нет нужды пользоваться группами, поэтому как бы так. Вот, кстати, я это находил, когда там бегал по локалке,
Додика нашел, кстати, в лесу, если не ошибаюсь. Прикольно, прикольно, книжечки. Ну, мне нравится, вот они так сделаны. Прям реально вот книга, книга. Вот. А, убрали настройки, кстати. Вот отсюда вкладку убрали настройки. Настройки теперь можно найти. Зайти только отсюда. Все управление сбилось обратно. Да. Косячок, так сказать. Что еще коснулось меня? Да по сути ничего. Кстати, да, я... Мне написали в комментариях о том... что жуки кормятся киблами. Да, я это уже понял. Это, так сказать, разберем в следующем видосе. Вот, я просто два видоса подряд снял, и потом уже снял про... Точнее, снимаю вот эту уже через несколько дней. Сколько дня? Два прошло, наверное. Что еще? Что еще? Что еще? Да как таково это практически ничего. Секунду. Так, что еще касательно обновления? Просто 100% у меня будет спрашивать, как тебе обновление? А, да вы у меня уже спрашивали, точно. Как тебе обновление и так далее? Ну, в общем, первые свои впечатления о моде я вам сказал. То есть, положительное. Первое впечатление о моде положительное. Первое впечатление, это вот, так сказать, зашел на The Center и посмотрел ролик. На... Я бы даже так сказал, знаете, а, кстати, там еще дополнительные плюхи добавляют. А, клон, можно, как я понял, можно делать клонов, это тоже теграммы, все дела, и меня это прикольнуло, если честно. Они все больше и больше, вот, кстати, я не знал, что есть телепорт в теграм телепорты, я этого не знал, прикиньте, я просто... Не помню, как я наткнулся, но Telegram телепорт, я такой, чё, окей. Вообще, в целом, они делают свою игру. Ну, хотя бы так наденусь. Хотя бы так оденусь. Они делают свою игру такой, чтобы ей моды не нужны были. По сути. То есть, по факту, вот они добавляют все больше динозавров, да, они больше функционала делают, и за это им огромный респект. Они реально делают игру такой, чтобы порой, там, не знаю, года через два ты такой сидишь, думаешь, а нафига мне моды? Меня вполне эта игра и так устраивает. Это офигенно, я имею столько функционала, я могу перемещаться между серверами, перемещаться между модами, перемещаться между картами. Здесь меня нагнули, я туда переместился. И все в таком духе. Я имею столько, черт побери, возможностей. А зачем мне модовые сервера? Когда-нибудь люди об этом могут и задуматься, если в мододелы и дальше будут, так сказать, продолжать мусолить одну и ту же систему. Как, к примеру, вот Ark Eternal, Anunnaki. Новая, конечно, есть система, это, которую мод дали, продали китайцу, АК продали китайцу, и вот он сделал новую систему. Своеобразно он сделал новую систему, жопораздирающую. На первый взгляд, жопораздирающую, а по факту потом будет все легко и просто, как говорится. Поначалу все моды тяжелы, но хотя Ark Eternal не такой уж и тяжелый был. Здесь, по сути, с голой задницы можно Prime Rex'а притомить почти. Вот, поэтому как бы сильно ничего сложного нет в этом моде. Ну, Eternal, он и есть Eternal. Вот, поэтому первое впечатление о моде, это, конечно, да, это... Вот, точнее, о дополнении, это, конечно, здоровски все сделано. Мне нравится. О, блин, чутка оплошность. Ладно, потом переделаю. Вот, мне все нравится. Мне нравится то, что... так сказать, мне нравится вся задумка вот этого всего, что сделали разработчики, и на первый взгляд все просто здорово. Что касается этого мода, мода никак это не коснулось, по крайней мере нас, кто играет на The Center, поэтому как бы ничто, ничего какого и не изменилось. Вот, поэтому как бы в целом, меня все устраивает. И, кстати, а, нет, ну-ка,
Кстати, да, вот, я качаюсь, качаюсь. О, пойдемте-ка я проверю. У меня же есть бутыли на опыт. А, проверю, получу ли я опыт. А, то есть докачаюсь до 300 левела. Или же... Просто мне интересно, почему я был 300 и остался 176. Ну, 177. Да, 176 очков, 177 левел. Так. Фьюж. Использовать. Ну-ка, давай глянем. Вот, поэтому, как бы, кто бы что ни говорил, я, кстати, наверное, этот спин-офф выпущу до, так сказать, прошлой серии про жуков. Так что я вас сразу предупреждаю, которая серия сегодня... Да, я так сделал. Короче, которая сегодня серия вечером выйдет, она записана за 3 дня до этой серии. Такие вот дела. Чё за лажа? Или она только на динозавров действует? Что, у меня вообще опыт не прет? Какого фига? Всего 177 левел теперь? Хм. Надо у Тошки спросить. Ладно. Надо у Тошки спросить. А, так, давай-ка попробую. А, fucking shit. Я ж ничего создать пока не могу. Ладно, в общем, короче, про левел я у Тошки спрошу, потому что, видите, опыт мне вообще никак не тикает. А, возможно, нужно что-то менять в конфиге, чтобы левел был больше. И, как вариант, я даже знаю, что. Вот, поэтому, как бы, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Вот, ну-ка. Ну-ка, что-то нас пишут. Прямо назад. Взлети, взлети. А, взлет, взлети, назад, прямо. Раптор убил, вижу, все. Ай, черт побери, я просто вспоминаю, так, блин, как это тупо через чат пытаться объяснить человеку, где ты находишься. И как это тупо пытаться понять через чат, через чат, где он находится. Ладно, в общем, короче, спин-офф и так уже затянулся, и в целом свое мнение о, так сказать, первый взгляд о моде я вам уже рассказал. Надеюсь, ваше любопытство в этом плане немножечко подутихнет. Ну, а что будет дальше касательно дополнения, мы уже узнаем когда-нибудь потом. О, да ладно. Прикольно, из-за хвоста они исчезают. Хвост как будто бы ломает стену. Смотрите, хвост ломает стену! Не, так, вот так вот. Ну-ка. А, во. Бэнкс. Бэнкс. Ну ладно, это моя тупая фантазия. В общем, народ, на этом все. Сегодня выйдет серия та, которую я снял уже давно. Завтра выйдет серия уже новая, которую буду снимать после этого спин-оффа. И, соответственно, с новыми эмоциями. И с новым модом посмотрим. С новым дополнением посмотрим, что да когда где. Ну, а на сегодня я буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Конечно же, делиться моим видео с своими друзьями, если оно было вам интересно. Так же, как и будет интересно вашим друзьям, то почему бы с ними не поделиться? И, возможно, они узнают что-то новое, что до этого не знали сами. Все, это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.